На юридическом факультете Казанского федерального университета прошел первый день всероссийских судебных дебатов. Мероприятие началось с торжественного открытия. В рамках дебатов состоялось два мастер-класса. На мероприятии также представили презентацию проекта «Молодежная школа юристов». Это общественный просветительский проект «Система взращивания предпринимательских талантов от школьной скамьи к собственному бизнесу». Это такое моделирование судебного процесса, очень интересное, очень интенсивное, очень драйвовое мероприятие в целом, поэтому мы решили его посетить. И самое главное, что сюда съезжаются очень много умных и интеллектуальных студентов, которые умеют думать, умеют размышлять и, самое главное, умеют уважительно бороться друг с другом. Это очень крутой опыт. В первом раунде дебатов участники выстраивали свои выступления, опираясь на тему гражданского судопроизводства. Каждый участник исполнял свою роль – истца или ответчика. Помимо этого, в блоке уголовного судопроизводства противостояние выстраивалось через позиции сторон защиты и обвинения. В этом году у нас очень представительный судейский корпус. У нас всегда судят представители судейского сообщества, правоохранительных органов, действующие, практикующие юристы. И вот сегодня у нас очень много прям судей, то есть судей арбитражных судов, судей Верховного суда. Поэтому сегодня вот судьи – это реальные судьи, скажем так, что не только работники прокуратуры, там, адвокатуры и практикующие юристы. Завершился первый день дебатов консультаций. Приглашенные гости помогали студентам, опираясь на личный опыт. Валерия Носкова, Александр Кузнецов, Универньюз.